Сегодня у нас будет очень интересная поделка Фанты. Но это будет не только поделка, мы еще в конце игры с вами обязательно поиграем в нее. Итак, от фирмы, наверное. И сейчас мы будем чертить тут такую вот змейку. И потом в конце игры я схожу за кубиками, и мы будем играть. Так. Рисунок А змейки. любой цвет надо? Да. Змейку можно даже ручкой начертить. Клеточки, в принципе, тоже. Картон можно. Так, пишем старт. Мне ничего там не видно на Да, синем листе. так, может быть, яркость прибавить тебе, мне. Покажи, пожалуйста, может быть, приподняв лист наоборот, что должно получиться. Вот старт, тут финиш. Угу. И такая змейка, да, идет, как дорожка кривая. Угу. Так. Теперь мы рисуем тут квадратики. Нет, побольше. И пишем тут задачки. Вам скажу, что писать потом. Можно фломастером это делать? Да. Вот. Прямоугольнички, такие палочки. У нас получаются прямоугольнички. Так, ну и теперь пишем задачки. Вы начертили?
Если вы еще чертите, то скажите, я вас немножко подожду. Еще чертите? Ладно. Тогда чертите, подожду вас немного. Я уже нет. Пишем. На первой клеточке мы пишем А хорошо. к картону можно? Просто. Артур? Да. Простой, ну, минуту на одной ноге. Дальше. Мы пишем. Сейчас возьму образительный резец, немного увеличу. Прочти стишок. Прочти. Можно повторяющиеся не делать, придумать какие-то свои. Потому что тут на образце есть повторяющиеся. Я так сделаю. Так, прочти стишок, щелкни себе по лбу 3 раза. Так, нарисуй. Так, скажи мяу. 5 раз. Предлагаю вариант надень трусы на голову. Предлагаю вариант надень трусы на голову. Трусы на голову? А зачем трусы надевать на голову? Смешно получится. Ну, не знаю. Это глупый вопрос. А можно я сделаю? Прикольно будет, если еще напишу то, что сделай вид, как будто ты клякса. То есть тебе плохо. Ну, трусы уж на голову, наверное, не надо писать. А я написал. Будет весело, когда ты попадешь на эту клеточку. Давайте продолжим слушать, что нам предлагает наш ведущий. Пусти ход. Так, теперь посчитаем раз, два, три, четыре, пять. Полина! Полина! Что за вопрос? Полина! Эмилина, у тебя вопрос? Да. Говори. Ой. У нас помощь. Здравствуйте, детки попросили меня помочь. Вы не могли бы объяснить, что нужно написать? Иван, повтори, пожалуйста, еще раз. Что мы делаем? Написать, смотрите, на первой клеточке мы пишем простой одну минуту на одной ноге. На второй мы пишем про... Можно и выбрать. Прочти стишок. Можно свои идеи понятно. Придумать. На третьей мы пишем щелкни себя по лбу 3 раза. На четвертой нарисуй. На пятой скажи мяу 5 раз. На шестой
Зажми нос и пропищи. На седьмой пропусти ход. На восьмой прочти стишок. На девятой нарисуй. А на четвертой, то, что мы писали, нарисуй там кота. А тут на девятой мы пишем, точнее, на восьмой мы пишем прочти стишок, но на девятой мы пишем свиней нарисуй. Прокукарекай три раза на десятой, на одиннадцатой подпрыгни пять раз, на двенадцатой брось кубик еще раз, на тринадцатой скажи гав-гав восемь раз, нарисуй собаку на четырнадцатой, на Но мы еще не, пятнадцатой. ты еще не дошел до вот этих 13-14, да? Ну да, я еще не дошел. Угу. Сейчас что У вас пишем? есть образец? Вы состоите в чате творчества в ШСР? Да, если что, в чате была картинка. Единственное, что я сама не Образец. читала. Можно прочитать. Ну вот я могу показать. Читайте, только читайте в что обратную пишем? сторону, потому что тут Иван. зеркало получается. Иван. Что? Что сейчас пишем? Сейчас я на восьмом пункте, я пишу прочти стишок. Но чтобы не повторялось, можно написать что-то другое. Или подальше отнести по клеточкам, да? Да. Можно еще иди сходи и что-то скажи маме. Да, наверное, свою тоже можно добавить. Я вот думаю, что написать, чтобы не читать стишок, потому что я его написал во втором номере, как и надо было. И еще писать. Восьмой раз не очень хочется, повтор хочется разом. Ну, напиши почти сказку. Ну, тоже можно, но я не знаю сказок. Я могу только сам придумать. Но это хорошая идея. А можно, если у нас напоследок останется, мы будем играть в правда либо действие? Что? Правда либо действие. А что это за игра? Это игра, которая, если правда, ты должен говорить, например, ты любишь А-а-а. Санну, ты говоришь да, тогда это правда. Если говоришь действие, тогда ты должен что-то сделать. Я не знаю, правильно ли я тебя понял. Я правильно понял, что я, допустим, говорю, допустим, зимой одевают куртку. Ты говоришь, правда или ложь? Или не совсем Да. так? Да. Ну, если останется время, может быть, поиграем. А вообще, мне кажется, что можно над этой идеей подумать и поделку в следующий раз такую сделать. Как-то типа... О-о-о. Типа карточки сделать, вытягиваешь и говоришь. Или как-нибудь. А, Ну, ну это есть давай на такая твои игра. и мы сделаем поделку из А я слова. думала, вот так закрываешь вдвое листок. И, короче, там много листов таких делаешь, и маленьких таких, да. И когда ты открываешь, ты говоришь, например, сделай, скажи маме, я люблю тебя, вот так-то. И там еще наверху будет написано «Правда, правда». Скажи правду. А если действие, ты должен сделать то, что там написано. Понятно. Ну, я подумала над твоей идеей. Идея неплохая. Мне она, в принципе, понравилась. Можно тоже сделать такую поделку. Игр таких вот всяких разных и много. Так что, может быть, сделаем. Я закончила. Теперь разукраска. Теперь, то есть, пишем. Да, можешь разукрасить, я пока еще дописываю. Что потом написать?
Ваня, что сейчас пишем? Какое задание? Сейчас я написал 8-е прочти сказку, 9-е нарисую свиней, 10-е прокукурекай 3 раза и 11-е пишу подпрыгни 5 раз. Пишу 12-е, брось кубик еще раз. А можно типа сделать так, написать одну букву только, но только 3 буквы, что ты хочешь сказать, и сделать так во всех. А? То, что ты хочешь написать, его первую букву 3 напиши, вот одну. Ну, если ты напишешь 3 первые буквы, я понял твою мысль, то тогда ты потом можешь не понять, что ты написал. Допустим, напишешь я смогу, из-за того, что я непонятно. Знаю, что здесь написано. Простой на одной ноге, то ли прочти сказку, то ли прочти стишок, то ли, не знаю, про кукарекой. А я сделала так. Я написала, скажи гав. Угу. Ребят, вы можете оптимизировать и улучшать свое изделие так, как вам нравится. Да. Иван предлагает то, как он предлагает. И он прав в том, что есть вероятность потом не понять, что же там было зашифровано. У меня готово. А задание ты написал? Ну да. А, ясно, ты желтым фломастером написал, поэтому не очень видно. Ну, здорово. Значит, надо подождать, когда остальные закончат. Только я играть не буду. Почему? Я потом с мамой поиграю. Ну ладно. Пропусти ход. А я, кажется, понял правила. Нужно идти по порядку. И сколько тебе выпадет, допустим, мне выпало 1. Просто я, ну, минуту на одной ноге. А потом от этого мне выпало еще 2. У меня тут идет на день профи на голову. А нет. Надень носки на голову. Проскочил. Как ты носки наденешь на голову? Голова-то там. Блин, на руки. На руки? Ну, голова. Ладно. В голове в голова. Потом мне выпадет, допустим, 3. Выпей мятный чай. Ну, и я сделал кое-что приятное. Если мне после 3 выпадет 1, допустим, съешь мороженое. Ну и если 2, еще 1 выйдет, поиграй. Внимание. Ваня, озвучивай, пожалуйста, задание. Так, теперь я пишу уже 16-й пропусти ход, 16-й вернись на старт, 17-й скажи скороговорку, 18-й нарисуй рыбу. А если я не играю, я могу отключаться? Подожди, пожалуйста. Мы еще не знаем, чем все закончится. Ваня, а пустых клеток нету? Пустых нет. Понятно, хорошо. Есть пропусти ход, допустим. А зачем пустые? Отдохнуть от заданий.
Хорошо, Ваня, что пишем дальше? Дальше мы пишем пропусти ход опять. 19-е. Вы переходите в чат творчества в ШСН, потому что вам будет проще быть на занятиях, вы будете знать анонс, и вы сможете по образцу делать, потому что без образца очень сложно. Если вы вдруг еще у вас еще там нет. Так, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Так, значит, 20-е мы пишем. Засмейся басом. Я только что понял свою ошибку. Я маленькие квадратики нарисовала. Можно подвинуть следующий, сделать пошире. Ну, теперь 21-е нарисуй ежика. Какого, и смешариков или обычного, не уточняется. Любого, ну, Значит, тут вроде любой. говорится про обычного. Двадцать два, пропусти ход. Двадцать три, скажи, кого? А можно уточнить? А мы будем на следующий урок будем делать что-то из игр тоже? Не знаю, думаю, да. Мне понравилось. А вам? Не тоже. И точка. Не тоже и точка. 24-е. Скорчи рожу и не засмейся. Скорчи, точнее. Спасибо большое, я отключаюсь. Ладно, до свидания, если ты не будешь До играть. свидания. Так, и 25-я, сама последняя. Тут почему-то нарисован код, и не видно, что там написано. Тогда я можно придумать свое. Я напишу. Я сделала себе новый макияж. Я напишу изобрази. Изобрази батарейку. Все, я все сделал. Я раскрашивать не буду, потому что у меня и так цветная бумага. Хотя, может быть, и раскрашу.
Как думаете, раскрашивать? Хотя, наверное, нет, а то еще буквы Ну заделаться. Потому что я зачем? что-то не подумал. Я написала ручкой. А у меня голубой лист и синяя ручка, получается. Если я еще буду раскрашивать, может быть, наоборот, или а может, наоборот, снова. Еще Ну и что? синим тогда будет. Давайте, жду немножко вас. И будем играть. Ну что ж, мы сделали поделку с вами. Давайте теперь играть. Нужны фишки и кубики. У меня есть и то, и то. Так, я возьму зеленую фишку. Это мой любимый цвет. Ставлю ее на старт. Эвелина, ты какую берешь? Синяя, желтая, красная. У Эмилины своя фишка, она у себя поставит. Вот, у А, ребят. у нее есть поле, но нету кубика, да? Нет, у Эмилины есть, у Айлин нету кубика. А, у Алин. Алин, ты какой выбираешь? Или у тебя фишка есть? Айлин, у тебя есть фишка? Есть у нее фишка. Все, значит, у меня есть фишка. Остается только кубик. Хорошо, я и кину. Так, ну что, кто первый ходит? Эмилина первая показала. Значит, Эмилина ходит. Кидай. Микрофончик включите, ребят, чтобы мы тоже вас слышали. Нужно поставить фишки на У меня старт. 4 выпал. Выпало 4. Так, 4. что у тебя там получается на номере 4, смотри. Улыбнись. Улыбнись. Улыбнись, значит, улыбнись. Так, как вас двое играют, улыбнитесь оба. Не, я за свой плакат хочу. Сейчас. А, друг Улыбнись. будет за себя играть. Сколько у тебя выпало? Так. Еще один. Улыбайся, Амелина. Супер. Теперь у меня... Должна на 4 поставить. Давай, кидай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, не буду. Пукни. О! Все получилось, да? Так, Новые озорники. теперь Теперь кто Иван будет? Я будет. или Алина? Давай ты ходи. Три. Раз, два, три. Щелкни себя по лбу 3 раза. Я не знаю, как это делается. Ну, в другую сторону надо, да. Говоришь, безопасная игра, да? Хватит, хватит. Так, это я уже больше сделал 3 раз, потому что я не разбираюсь, как делать. Так, теперь Алин. Сначала Ну, даже не тренировался, а надо потом прыгать попадал. откуда-то. Прям вот так вот, чтобы опасно было. Айлин, твой ход. А, Ваня, кидай ей кубик. Кубик за нее кинь. Так, вот, смотрю, чтобы было честно, кидаю. Шесть. 6. Айлин, ходи 6 у себя. Пять раз подпрыгни. Сколько? Пять. Вот. Надо подпрыгнуть, значит. Не-не-не, не со стула, а просто на месте. Да. Да, окей. Потом можно упасть. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Так, ладно. Теперь ходит Эмилина. Эмилина, ходи. У меня один выпал. Один. Что у тебя там? Похлопай. Так, теперь ты. Давай. Я здесь стою. Так. Один. Один. Хорошо. Попей. Аллилуйя. Так, теперь Айлин. Смотри. Подождите, теперь твой ход, Иван. Вы же ходили А, после точно. тебя ты, потом Тогда у Айлин. меня выпало 4. Раз, два, три, 4. Пропусти ход. Я пропускаю ход в следующем этом. Так, теперь Айлин, смотри. Вот я кидаю. Вижу, да? Айлин, у тебя один.
Что у тебя там? Скажи га, это легко. Так, теперь ходит Эмилина, я пропускаю ход. Мне вот выпало. Кидай. У меня выпал... Два. Два. Что у тебя там? Два. Так. А, и... Какое задание? Так. Покажи язык. Покажи два раза язык. Все. Так, теперь ты. На, как здесь, что меня зовут? Коля. Коля. Угу. Три. Порисуй один дом. Сейчас быстро порисую. Угу. Все, готов дом. Самый красивый дом. Здорово. Теперь Айлин. Иван, да, потому что я пропустил. Угу. Айлин, ходи. А, я же тут не хожу, я все забываю. Три игрока, а некоторые в шоссе не видят много игроков. Это сложно. Айлин, у тебя три. Айлин, мы тебя не слышим. Нарисуй кошку легко. Так, ты пока рисуй, а теперь ходит Эвелина. Эмилина, точнее. Эмилина. У меня попался пять. Пять. Что у тебя там в задании? Посмейся. Посмейся. Посмейся пять раз. Хи-хи-хи, 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 хи-хи-хи. Так, теперь Коля. Один. Иди пей, сейчас приду. Как раз кока-кола стоит. Все, готово. Так, теперь... Иван. Я. Мне выпало два. Раз, два. Я нарисовала. Рисуй свинью. Так, Алин. Вот так и да. Один. Ты пока ходи, а я побежала за бумагой. Сейчас нарисую свинью. Айлин, у тебя один. Скажи га. Я все. Да, у тебя прекрасно получается, конечно. Thank you. Я не буду сильно там как-то красиво рисовать, потому что я рисую на скорую руку, я же еще с вами играю. Угу. Подождать тебя или Эмилина будет ходить? Эмилина, ходи. Угу. Я же уже походила. У кого собака гавкает? Так, у меня один выиграл. Покружись один раз. Раз. Угу. Все. Теперь Коля. Шесть. Один, два, три, четыре, пять. Нет. Ну, Коля. Ой, шаловник. Угу. Так, теперь я. Да, теперь я. Четыре. Раз, два, три, четыре. Скажи гав пять раз. Три, восемь раз. Гав, 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 гав. Гав, гав. В щенячьем патруле есть. Лав, 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 лав. Песня-то. Ага. Так, теперь Айлин. Кидай кубик, Иван. Четыре. Еще 10 минуток с вами играем и отключаемся потом. Давайте. Ой, поцелуй мою собаку. Ладно, пойду целовать. Я люблю ее. Так.
А что, я люблю свою собаку. Значит, пока она гавкает, выдает поцелуй собаке, ходит Эмилина. Мне выпало два. На одной ножке побрыгай два раза. Прыгай! Раз, два. Попрыгай. Теперь Коля ходит. Четыре. Раз, два, четыре. Покушай мороженое. Дома. Ага, окей. Обещаю. Пойдем домой и покушаем. Хорошо. Я его поцеловала, а он меня в щеку. Укусил? Я не укусила, а поцеловала. Авга! Да. 100% большая собака. Не, небольшая. Теперь один. Вот где-то... Я рисую собаку. О, меня вот тут досвидят. Нет, вот это в три раза больше. Всего лишь в три. А, окей, понял. Так, теперь я рисую. Иван, а что ты рисуешь? Что у тебя выпало? Собаку. Ага, собаку. Кинь... Так, и теперь ходит Айлин. Я заниму сейчас сюда кубик. И выпало один. Так. Да, один. Скажи гав. Не бал. Так, ну ты пока говори гав. Да, где сказки? Где стихи? Не знаю, пока еще не дошли. Не дошли. Эмилина. Включили. Так. Три. У меня выпало три. Значит, я должна... Книжку возьми. Книжку возьми. Так. Я падаю. Три раза прочитай. Нет, не почитай, просто покажи. Покажи, какая книжка. Вот. Да. Теперь я. Два. Попрыгай два раза. 20 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. Все, 100 даже сделал. Все, пока. Так, теперь Ольга. И у меня... 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Засмейся, баса. Ха-ха-ха-а-а! Теперь... Ха-ха-ха-а! Два. Айлин, тебе два. Ходи. Два. Скажи... Вот, я сейчас напишу то, что там скажи. Ладно, выполняй. Мы не видим, поэтому будем считать, что ты выполнила. Хорошо. Эмилина. Так. У меня 6. Так. Выполняй, что там тебе попалось. Попроси, дай. Поприседай, да. Давай. 5 раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Супер. Шесть. Все. Поля. Я теперь куда? Покушай помидор. Лена, у тебя есть помидор? Тебе все что-то скушать. Значит, другое задание. Покажи свою карточку. Все, показал. У меня кончилась страница. Смотрите. Давай еще раз тогда. Ой, Эмилина победила, что ли? Да! Ура! 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 Так, поздравляю тебя, Эмилина. Ты победила. Мы можем еще 4 минуты поиграть, а может... Я запишу в чат, чтобы... А почему? Подождите, я пропустила моментик. А почему?
Она быстрее всех закончила, прошла этот путь испытаний. Так, короче, Эвелина победила. Поздравляем тебя. О, можешь тебе себе придумать какой-нибудь приз у тебя там, не знаю. Так, теперь ходит. На второе место, да? Теперь Коля. А, Коля походил тоже. Коля походил, значит, Иван. Так, три. Раз. Два, три. Скажи ква-ква-ква. Ква-ква-ква. Так, теперь Айлин. Один. Скажи га. О, какие у тебя разнообразные задания. Ага. Так, теперь Коля, потому что Эвелина уже ходила. Она уже выиграла. Или Эвелина, ты что хочешь поиграть? Победила. Три. Так, три. Что тебе попалось? У меня финиш. Финиш? Поздравляем, второе место. Молодец. Это что? Ничего нету. Все, пока. Теперь Иван. Три. Раз, два, три. У меня тоже финиш. И теперь Айлин. Так, четыре. Айлин, четыре тебе выпало. Короче, Эмилина первое место, Коля второе, я третье. И Айлин четвертое. Что тебе попалось? Прыгай на одной ноге. Отлично. Так. Ну так как мы уже все победили, ходи еще раз. Не, под... Раз, спустись. Два. Молодец. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем закончить. Да! Наконец-то! Спасибо, что пришли ко мне на мастер-класс. Да, спасибо! Вам понравилось? Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Ой, да. Еще такие занятия.